Вот, дорогие друзья, хочу показать вам новая броня Виланд в Assassin's Creed из последних набегов. Вот так вот Эйвор выглядит в доспехах. Я их до конца не качал. Но вот до легендарного уровня прокачал. Шикарно. Просто, да даже она и когда была не до легендарки сделанная, выглядела очень симпатично и оригинально. Новая броня Виланд из последних набегов. Ну и корабль тоже из последних набегов. Вот так вот выглядит. Вот такой нос. Это из последних набегов. Корпус еще пока не переделывали. Но я думаю, сейчас сходим в набег и сделаем корпус. Тоже из самого последнего. Ну вот так вот, вот хотел показать. Новая броня. Новая. Плащ. Просто красивая броня. Невероятно красиво ее сделали. Виланд. Из последних набегов. Просто красота. Просто. Броня волка. Шикарно Эйвор выглядит, шикарно. И шлем просто симпатичный. Просто супер, супер. Сейчас мы выйдем на свет, на солнце. Просто отличная броня. Красивая до невозможности. О. Так, на... И вот так вот она выглядит в полных доспехах. Шлем у ней какой. Это просто супер. Просто супер шлем. Шикарный. Из последних личных набегов. Доспехи просто красивые. Ну и вот так вот Эйвор выглядит без шлема. Ну вот и все. Показал вам вкратце. Конечно, корабль, там еще надо корму доделать и парус. Но это в следующем видео. Там в набеге схожу. Всего доброго, друзья. Приятного было просмотра. Кому будет интересно, сделать себе броню в новых набегах. В последних. И попробуйте повоевать в ней. Всего доброго и приятного просмотра. Характеристики брони. Урон от внезапной атаки прибавляется к параметру урон. Урон от внезапной атаки дополнительно возрастает при использовании предмета. Ну вот так вот. Вот. Что вот тут вот дополнительный урон, это тут сложно сказать. Ну к параметру урон, видно, добавляется. То есть склад, я так предполагаю, что складывается. Урон от внезапной атаки с просто уроном. При этих доспехах. Ну, доспехи просто красивые. Просто шикарные. И шлем выглядит просто. Просто замечательно. Это красивая броня.
очень красивая. Ну всего приятного просмотра. Приятно было поделиться с вами. Я был удивлен. Потом думаю, дай-ка, ну, для коллекции соберу всю броню. Это сам. Я когда оказалась броня. Как ветер сегодня. Да точно, точно, точно. Вот наш Феникс. Броня просто